Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовим десерт молочный ломтик. Сжённое молоко добавляем яйца и взбиваем миксером. Добавляем какао, разрыхлитель и муку. Вот такое тесто получилось. Визуально разделяем пополам. Противень застилаем пергаментной бумагой, наливаем тесто и равняем. Корж отправляем в разогретую духовку выпекаться при температуре 180 градусов. Корж готов. С горячего коржа снимаем бумагу. Даем остыть. К сливкам добавляем желатин, перемешиваем и даем разбухаться. Берем сыр рикотта, добавляем сахар и ванильный сахар. Перемешиваем. Перемешали, сахар полностью растворился, убираем в сторону. Берем жирные сливки и взбиваем до загустения. Сливки загустели, добавляем рикотту. Добавляем желатин и перемешиваем.
Убираем наш десерт. Коржи соединяем кремом. Отправляем в холодильник на 3 часа. Достаем из холодильника, снимаем форму и нарезаем на кусочки. Вот такой десерт у нас получился, нежный и вкусный. Желаю всем приятного аппетита!